Группа «Продолжение следует» готовится к творческому юбилею. Скоро у коллектива день рождения – 35 лет. Праздничный концерт пройдет в ДК «Нефтехимик» 16 ноября в 18:00. На мероприятии выступят музыкальные коллективы Иркутска и Ангарска. Песни разных лет исполнит и нынешний состав группы «Юбиляра». Сегодняшний состав группы – это 5 человек. То есть 2 гитариста, бас-гитарист, ну, с виолончелью клавишник и барабанщик. Стили очень разноплановые, начиная, ну не знаю, там, если это можно назвать арт-рока, кончая шансоном. Группа «Продолжение следует» известна далеко за пределами нашего региона. Музыканты дали более сотни концертов по Алтайскому и Забайкальскому краю. Перед началом юбилейного выступления будет работать выставка ангарских художников.